Так же самое, когда начали ездить в Никишино, когда слово, ну, там блокпост, ну, граница, ЛНР, ДНР, и дорога идет на Никишино, там стоит мемориальчик, именно экипаж танка. Все ж, пацаны, до последнего. Ну, от прикрытия, от, ну, отход прикрывали. А уже дома начал гуглить, начал получать информацию именно тех событий, боев Никишина, все. И когда зашли туда уже наши, выбили и показали укрепрайон украинский. Пацаны пошли на смерть. Просто здраво мысли, ты знаешь, что ты будешь стоять здесь, а против тебя будут стоять. Но там посчитали, что около 15 танков, что вроде 40, это легкое, это БЭХи, БТРы. И они одним танком это все прикрывали. Началось с того, что перво-наперво мы их фиксировали, еще считаем, за неделю. Как раз когда это в 20-х числах, когда я там был. Ночью фиксировали движение танков. Они шли. Машина, два танка, машина, два танка и с интервалом. Ну вот они пока группировались, сгруппировались, а потом сгруппировались. Как по видео есть, там есть съемки, когда Саурка и перед Сауркой поля разносят. Они дали контрподготовку, артподготовку для разминирования полей. Они что же не знали, что в полях? Они просто перевернули все с землей и спокойно выдвинулись танками, пехотой. Но они не знали, чего ждать. Так что первый накат их отбили, уже стало страшнее. Тогда ж начались, там батальоны стоят на горе, там то потом, что там еще их там, то Россия их обстреляла, ну начался вот этот бред. Ну а потом, когда уже по чуть-чуть, вторая, третья вылазка, потом кинули, уже сняли пехоту, пустили бронетехнику, когда уже танки заезжали прямо наверх, ну тогда уже зашли и зачистили. При атаке просто вызывали огонь на себя, а уже выбора не было. Хорошо еще получилось, что действительно, что дружеский огонь. От этого никто не пострадал. Но вызвать огонь на себя тоже надо смелости набраться. Не те так свои прибьют, понимаешь?